Привет, дорогие друзья, и пока фармится 5 миллионов на моем аккаунте, Фурия катает гранды на 12 побед. Я просто его остановил, говорю, погоди, дружище, ты катаешь гранды на 12 побед одной и той же декой, давай я ее хоть покажу, потому что, ну, раз с ней так легко, раз получается всегда делать двенашки, возможно, эта дека понравится многим, хотя эту деку и все и так многие знают, это классическая дека, которой можно играть сезон к сезону, в любое время года и погоды, и, короче, это лава-шар! Это лава-шар. Ой, как угарно получилось. Я даже вырезать не буду, пускай это так и останется. А, лава-шар, значит, друзья, окей. Я, походу, тоже играю против лавы. Давайте, знаете, сделаем эксперимент. А нет, это не лава, это гигант с этим, с молнией. Либо это кладбище, Вася, не знаю, что это, короче. Это все прикольно, я взял колоду, которой можно катать двенашки на 12 побед, но... я ж-то играть не умею. Я ж-то не так играю, как Фурия. Здесь фаербол. Там еще мушкетер нам мешает, которого надо как бы тоже убрать как-то, не знаю, как-то надо убирать все. Мы забрали вышку, прекрасно. Я выбрасываю стражи прямо на вышибалу. Вот я додик, ну да ладно. Это все простительно, потому что я забрал у него вышку. Ну и отдал тоже вышку. Но, блин, единственное, что... Смотрите, сколько юнитов. Он сейчас может подкидывать. Нет, он не подкидывает. Но, блин, гребаный ты подкидываешь. Ну, как же больно. Так, ладно. Ставим, короче, лаву. Вот плохо, что вышибала, да, не отвлекается на лаву. Он очень мешает. Потому что надгробие он так на изи дефает. Так. Как? Так. Ну вот как, так, ну вот как, вот я не знаю, как, вот что делать, как задефать, вот, блин, поставлю я вот сюда сейчас надгробие, гигант на него не сагрится, плюс он тратит стрелы, и что, и все, и как бы, фарит, Даня, как играть этой декой, что происходит, что у меня эбут, почему у меня эбут, потому что я лох, поэтому, да, так, ладненько. Быстренько тут все расчленили. Готовим сейчас... Да ну ты че, сука, прикалываешься надо мной, а? Ты удот. Нет, конечно, деку я не могу выиграть. Нет, тут контр-колода. Так бы я выиграл, вы же сами знаете. Я б затащил. Да ну нах, ладно, поехали. Попробуем сейчас на три короны вынести его по-быстрому. Стражи все подряд подкидываем. Угу, зашибись. У него еще есть стрелы, кстати, напоминаю вам. Это вам... Тут, кстати, да. Так, может кто-то убьет этого. Да, отлично, все, забрасываем шарик. Короче, но мы ничего не сделаем, потому что сейчас будет надгробие. Мне бесит, сука, бесит. Че я проиграл? Потому что я днище. Даня, если ты смотришь это видео, скажи, пожалуйста, как вот эту херню я должен был выиграть? Почему он меня выиграл? Не потому что я лох, этого не может быть. Ладно, давайте открываем, короче, сундук. Легу, дайте легу! Без леги. Короче, честно, я не хочу, после этого я не хочу смотреть никакие сейчас поединки, никакие повторы я не хочу смотреть, потому что мне только что... У меня был поджог пукана моего только что. Я не хочу ни смотреть, ни ничего. Вот это, что он тут выигрывал, красавчик. Я хочу выиграть теперь этой колодой. Вот все, теперь я должен выиграть этой колодой. Только потом я буду доволен. Извините, ребята, все пошло не по плану. Ролик должен был... Чисто про гранд был, чисто про повторы, но все переросло просто в нереальную драку, и сейчас я буду просто махаться. Меня это выбесило. Я вообще без шансов был. Без шансов, стрелы нах. Как мне этого вышибалу конченого... Ладно, все, тихо, все, собрался, хватит ныть, все, сейчас тащим, сейчас по-серьезки все. Сейчас все по-серьезки. Так, там шарик, эй, ребят, там шарик. Там шарик, надо было запать. Ладно, пох. Так, окей. Мега миньон, зашибись, вообще прекрасно. Сейчас подкину, короче, шарика, а на орду миньона выкинет. Готовим разряд, может, мало ли там разряд, да, вот он разряд, отлично, ить, хорошо. Фаербол закидывать не будем, смысла в этом никакущего. Вот, поэтому давай, мега муха, красава, вообще молодец. Че там, таран, да? Отлично, вообще, прекрасно. Мега миньон фуловый сейчас вышку забирает, не забирает. Ну, смотрите, побольше урона-то, да, я нанес. Фух,
Что-то я вообще разошелся. Ребят, я не знаю, как вам вообще... Интересно мои онлайн-атаки такие ущербные смотреть или неинтересно, но, блин, я вот не могу сейчас, короче, смотреть повторы, когда у меня горит пукло, я должен просто отомстить. Вот у меня есть такое чувство, короче, мести, мне надо, пока я не отомщу, я не успокоюсь. Окей, что это за колода? Ага, с пекой, ага, вот здесь бы пламенный был бы очень-очень кстати. Окей, ладно, запускаем адскую гончу, короче. Пека с шариком, ну ёпаломать, как же мне это сейчас обыграть-то? А, ладненько, сейчас дракошку, походу, мы уничтожим, да? Смотрите, дракошку уничтожаем. Пожалуйста, только не говорите, что я прям отлично. Так, здесь вот так, дракошку уничтожили. Разряд, а хорошо. Ребятки, все вообще прекрасно, как по мне. Сейчас банду гоблинов накрываем фаербольчиком. Вот так вот. И смотрите, вообще красавчик. Ух, я такой молодец. Я такой молодец. Так, теперь надо же как-то, ну, не опозориться, да, и не просрать. Давайте попробуем ракету закинуть. Ой, на ракету его забайтить. Так, хорошо. Пытаемся дефаться тут надгробие. Шарик все равно долетит. Мой шарик долетит все равно. И тычку он сделал, тоже прекрасно. Да, вообще на изи. Против пеки, конечно, легко. Но был бы еще пламенный, было бы еще проще. Тихо. Чтобы ракеты ему не хватило добить, надо срочно дефаться, потому что один удар от варвара минус башня. Все, отлично, повезло мне. Вот, да я бы и так выиграл его, что его там выигрывать. 136 хп. Ну, видите, да, против какой-то колоды вообще изи зашло. Против предыдущей я вообще не смог сыграть. Прям, ну, хз. Да что ты водишь руку? Иди, давай. Давайте 4900 возьмем, и на этом, в принципе, выпуск будем завершать. Довольно странный получился ролик. Я даже не знаю, как его назвать теперь. Когда все пошло не по плану. Ай, ладно, опаньки. Здорово, удачи. Ох, мои любимые эмодзи. Вот, ну, Фурия, это колода Гранды спокойно катает на 12 побед, я не знаю просто, что еще сказать. Классическая лава-шар, ничего особенного, да, но просто я решил его остановить, потому что он, ну, Гранд за Грандом на 12 побед. Ну, раз эта колода так тащит, ну, может, еще есть новые игроки, которые не в курсе, что вот, в принципе, если любишь играть воздухом, бери и тащи. Но не так, как я играю, вот это самое главное. Потому что я вот сейчас, походу, буду проигрывать. Так, ну, в принципе, Мегаминьон выживает. Можно подкинуть лаву. Опаньки, да, ты что думал? Вот так вот будешь спокойно ядом раскидывать, да? Вот это мне не нравится. Вот это мне очень... Бля, вообще не прикольно. Вообще не нравится мне это. У него торнадо еще есть. Я, ребятки, в этом уверен на 100%. Так, это либо кладбище, либо хок. Вот. Вот, ну, либо кладбище, либо хок, я же говорил. Так, хорошо. Здесь давайте стражи выпускать. Здесь мегаминьон. Забираем ледяного колдуна. Колдунца, все, забрали. В принципе, мне что надо? Мне надо, чтобы... Блядь, мне надо, чтобы вот меня не выигрывали. Мне надо, чтобы я побеждал, и все будет нормально. Вот мне это надо. Опаньки, да, блин, у меня не было чем дефать пушку. Да, ты попал в яблочко, молодец, пошел нах. Пошел, бесит, где тут, где факт, где послать соперника? Че это за такие эмоции вообще непонятные? Как я должен дать, короче, понять сопернику, что у меня бомбит? Вот это дать, показать, что ну, мне страшно? Нет, мне надо показать сопернику, что я его не боюсь, что мне... ну вот это, да, вот это типа, да... Шатало твое кладбище и твою колоду, да? Вот я не понимаю просто. Ну и что? Так. Надгробие. Окей, минус вышка. Окей. Или не минус вышка, друзья. Не минус вышка еще. Мегаминьон. Здесь еще одна лава залетает. 35 секунд остается. Да епить-пилипить. Лепить. Так, хорошо. Сейчас он потратил, в принципе, весь деф от воздуха. Можно закидывать спокойно шар. И, в принципе, вешать ему люлей. Вот просто камбэк, пацаны. Это называется камбэк. Камбэк. Пиу. Сука, не трожь шар, пожалуйста. Кто-нибудь, бейте кого. Ёптить. Вот это называется фейл, а не камбэк.
Вот, ну, в принципе, я неплохо так сделал все, да, если бы не затупил, да. А так, в принципе, нормально я сыграл. Ну, в принципе, шанс у меня еще есть. А, все, шанса нет, просто. Это я обречен на неудачу. Да пошел ты в жопу, я просто лава не умею играть. Короче, вы поняли, ребята, лава-шар очень крутая дека. Берите, пользуйтесь, играйте. Я с ней играть не умею, ну, его в жопу проигрывать таким лохам. Извините, меня добомбило, блин, не знаю, какой ролик получится, что-то пошло не так, не по плану. Я хотел показать атаки Дани, а в итоге показал какой-то... Ладно, пойду, короче, готовиться к следующему ролику, надеюсь, там я, сука, им покажу, кто в здании хозяин. До новых встреч, друзья, подписывайтесь, еще один ролик не пропустите, уведомления могут не прийти, обязательно посмотрите еще один ролик. Спасибо.